Ну, сейчас посмотрим, короче, куда он ездил. Вот получается, что вот оттуда, по моему огороду, по огороду соседа, вот так вот проехал. И вот они, следы идут. Вот прям четко видно. Еще трава даже не встала. Ну и сейчас посмотрим, куда это ведет. Вот тут вот расходится. Половина поехала туда, половина поехала туда. Ну, пойдем пока вот здесь вот. А, ну понятно, куда он приезжал. То есть, чтобы сделать свой огород, нужно проехать по чужому. По факту, вот дом, прям за этим домом находится дорога. Вот так нельзя было проехать? Вот так вот. Все равно этот дом заброшенный. Вот такие вот у нас односельчане. Вот надо было обязательно проехать по огороду. Я вообще просто поражаюсь. Вот же, блин, поле, лес. Ну там езжайте. Нет, блин, надо было обязательно по мне проехать. И по соседу.